Бабушка, что делаешь? Что? Что делаешь? Решил снять. Котенька, я ютубики. Ты же ютубиком, наверное, снимаешь. Я достаю камушки, которые были у нас в нашей печке. Так сказать, от застройщика компании Терем. Мы их недавно буквально доставали, мы их мыли. И обратно уложили, и я поняла, что камушки как бы оставляют желать лучшего. Это у нас какие камни были, как они называются? Какой-то там диабаз. Ну вот какой-то там диабаз. В общем, ну самые дешевые, девочки, камни у нас были в этой, в печке. И мы подумали, и я решила. Блин, один камень прям не могу достать, он там прям встрял. В общем, Вова, ты что буянишь? Я не буяню. Мне кажется, ты буянишь. И что мы делаем? Мы меняем. То есть вот эти камушки мы сейчас уложим сверху. А? Ну, вот этот один не достается, да, сына? Да я чуть-чуть его подвину. Это я прям. Так вот, может, ты его как раз и сделаешь. Во, есть. Так вот, мы теперь вот эти дешевые камушки достали. И меняем их на вот такие камушки. Как это называется? Малиновый кварцит. Малиновый кварцит. И вот эти камушки, мы уже вымыли их, они высохли. Потому что мы сегодня хотим баню, у меня спина стреляет. Так, Вов, нет. Смотри, есть определенная технология. Мы их помыли. И мы их сейчас будем по толщине укладывать. Они летают, когда они могут двигаться. Вот ты сказал им. Вов, камни не двигаются. Ну что глупости-то говоришь? Ну вот это летают. И сейчас мы укладываем эти камни, потому что я хочу сына, куда укладывают толстые, чтобы не было никакого пустого пространства между котлом и камнем. Они такие булыжники, я могу сказать, что капец. Они тяжелые. А, и кстати, я вот сейчас ехала с работы и обнаружила, что я с этой баней пропустила очень много всего в мире. Я не знаю, когда YouTube начал вот эти сторики, то есть в YouTube теперь я буду баловать вас сторисами. В Ютубе. Но те, кто смотрит меня на компьютере, они не смогут посмотреть сторисы в компьютере. Сторисы Ютуба можно посмотреть только с телефона. Так что я там уже начала набрасывать кое-чего. И теперь это немножко, конечно, облегчает мне работу, потому что я буквально недавно... Ну, я бы сказала, в начале лета я задумывалась о том, что, господи, ну как плохо, что в Ютубе нету сториков, да? Так бы вот здесь сняла, то есть, ну, вот по мелочи, что это, ну, не так уж глобально и важно, чтобы загружать непосредственно в видео, да, в ленту. И тут бац, я еду сегодня с работы домой, и я поняла, что я вижу сторики. А кто из вас продвинутые мои пользователи? Скажите мне, как давно вообще сторики можно вести в Ютубе? Давно. Насколько я просто хочу понять, насколько я провалилась вообще в никуда и живу в какой-то прострации. Давно. Вот, потому что я буквально недавно поняла, что я не понимаю, что творится с музыкой на нашей эстраде, я не понимаю, что творится с блогерами, которые мужчины, переодетые в женщин. У меня есть для этого уже наброски, я хочу видео снять, когда мужчины наращивают вот такие ногти, я позиционирую себя, что они мужчины. В общем, я не понимаю, что творится с миром. Вот, но сегодняшнее мое открытие в плане сториков в Ютубе было прекрасным, потому что теперь я буду по мелочи вас баловать именно там, в сториках, но смотреть это вы сможете только непосредственно с телефончиков. Сторики, оказывается, насколько я читанула и быстренько просмотрела правила сториков, что они сохраняются 7 дней. Если представлять, сколько там сториков будет за 7 дней. Просто тысячи. Значит, не буду вас сильно баловать, да, буду потихоньку баловать. Но это круто. Это реально круто. Потому что, ну вот, даже элементарно, вот Игорь сейчас взял телефон снимать камни. И куда это видео, да? Ну, это же не будешь в ленту загружать. А в сторик это было бы классно. Так что, девочки, я жду вас в сториках.
в ютюбике «Мои сладкие». Переходим жизнь нашу, переводим в сторисы. До встречи!